Всем привет! Сейчас я расскажу, как надо варить рядовку фиолетовую. Вот у нас рядовочка. Я ее забраковал, потому что тут коричневый цвет. Вот стал в центре гриб. Лучше не рисковать. Он червивый, не матерый. Вот такая красота у нас. Пахнет обалденно. Специфический вкус такой. Так. Ну и сейчас о готовке. Вот, короче, отвариваем. Промывал, соли добавил. Ждем, пока закипит, и где-то 20-30 минут кипятим, потом споласкиваем холодной водой. Ну, либо в банке закрываем, либо жарим с картошечкой. Кому как вкуснее. Вот, уже пенку дает. Главное время засечь. Ну и соль туда добавил, чайную ложку без верха. Вот как бы так. Так, что у нас сейчас вкусно? Компотик с облепихой, с листьями и с яблоком. Как бы так. Все, подписка, лайк, заходите в плейлисты, там все будет о грибах. И не только. У меня их много плейлистов. Все, всем пока, я буду готовить.